Ага, слушайте, если бы мне подарили, я бы, наверное, сказала. Передаю всем привет. Я первый раз смотрю чей-то прямой эфир. Вот. Это неплохо, это хорошо. Животное не буду заводить, у меня нет времени на животное. Под глазами у меня подводка. Зачем подводка? Просто я фоткалась, мне нужно было. И еще, кстати, я не закончила. Переехала, ребят, потому что смогла себе позволить квартиру. Вот видите, сделала нос. Мало того, что не платила за операцию, мне еще заплатили. Понимаете? Нет, одной не скучно. Я собираюсь с мыслями, я отдыхаю, я спокойно думаю. Ну, короче, все нормально. Говорится, что ты крутышка. Я не слушаю. Ногти. Вот. Я кушаю орешки. Кушаю орехи. Фундук. Слушайте, сейчас я дома уже третий день, я убираюсь, как видите, я еще толком не убралась, мне нужно помыть полы, мне нужно вынести мусор, много чего делать, но помимо этого мне еще нужно как бы работать, я пытаюсь все совместить, но как вы видите, отвлеклась, сделала себе кофейку и зашла в трансляцию. Ой, а вы знаете то, что можно теперь за... Я уже показывала квартиру, можно теперь сохранять прямые трансляции, прикольно, да? Давайте покажу, что... Как я питаюсь. Давайте. Я... Это седьмой у меня iPhone, у меня просто 5S, а этот заряжался. Итак. Вот. Сельдерей. Киви. Яблоки. Апельсина. Мандаринчики. Помидорки. Курица нужно сварить, творог 0%. Вот это вот все. Сыр и все. Вот так я питаюсь. У меня еще гречка. Гречка и... Ну все, по сути. Гречка еще взяла смесь на блинчики. Хочу сделать блинчики, как куплю себе сковородку. А, ну еще на Ариану Гранд, похоже. Вот поэтому, поэтому вот так. Нет, не хочу, чтобы ты стал моим мужем. Слушайте, не то, чтобы правильное питание, я, по крайней мере, стараюсь. Вид из окна. Квартиру купила. Ой, вид из окна, ребят, там холодно. Квартира моя. Под глазами, что у тебя под глазами? У меня под глазами подводка. Купила, ребят, говорю же, купила. Новоселье, слушайте, на самом деле не до новоселья, нужно много чем заниматься. Вот что решила сделать с волосами, не знаю. У всех спрашиваю, говорят, оставь так, походи у знакомых. А там хозяин. Не знаю. Балкон, да, два балкона. Училась я на стилиста. Сколько времени ты проводишь дома? Я еще раз говорю, вот эти дни, 3 дня, я сижу дома, выезжаю только там в торговый центр, чтобы скупиться. О, Жень, ты чё, вообще ждать тебя, нет? Еще, слушайте, мне поступило предложение сделать, увеличить себе попу. Я вот думаю, соглашаться или нет. Мне просто сказали, что за это еще могут мне заплатить.
Мне заплатят больше, чем я получила за трансляцию, когда сделала нос. Но я не хочу делать попу, потому что, ну, я считаю, что это не то чтобы борщ, но лучше приседать и свою сделать. Вот. Поэтому деньги не главное. Вы не представляете, сколько мне бабок за это предложили, чтобы тоже сняли трансляцию. Но... Mm-hmm.